Привет, амигос, продолжает Сибирь, или как многие пишут, Сиберия, и эти люди уверены, что это случайное совпадение названий, а вовсе не клюква на нашу и не нашу родину. Ну вот интересно послушать их мнение насчет того, откуда в Сибири настолько похожие автомобили взялись. Наверное, тоже выдуманы, и это нифига не Шаха, и это не Вазон, и не Волга. А это продукция местного завода автоматизированных роботов. Что интересно, вот раньше действительно ничего такого в игре не было. И вроде как действительно регионы все были выдуманы, в общем-то. Там, где этот завод автоматонов и прочие борода, куда она ездила на поездах. Но теперь уж... Теперь автор решил... так сказать, не скромничать и врубить клюквенный конвейер по полной программе. Так, и нужно нам, насколько я помню, а помню я херово, поищите дубликат ключа зажигания для кристалла. Отлично, вообще, вот это мои любимые квесты, когда заставляют бежать туда, где ты уже был, без всяких фаст-тревелов. Сука, на этом месте возле победы почему-то игра зависает уже второй раз. Наверное, место проклято. Как, собственно, и то место, где строят стадион в Питере, построили. То место, где выпускают отечественные автомобили. Я думаю, что это отсылка. Так. Вон он, Штайнер. В принципе, город не такой уж и большой, как кажется. Просто здесь есть праздные улицы, где можно просто пробежать и больше ничего. Сделано это, видимо, для того, чтобы придать городу каких-то размеров. На самом деле, в подобной игре, я думаю... Нет, ты хоть, блин, ты хоть перни, дорогая, чтобы я дырочку нашел, как говорится, но... В общем, в подобной игре, я думаю, мало кто протестовал бы против фаст-тревела с какой-нибудь картой, потому что, ну... Бегать и любоваться тут особо не на что. Подготовка. Продвигается, но нам нужна помощь вашего деда. Он здесь? Он только что уехал в больницу с протезом для курка, проводника и уколов, а я присматриваю за мастерской. Может быть, я смогу вам помочь? Какое совпадение? Я же говорил, что тут корабль не просто так там стоит. Так, объясни ситуацию. Ну, капитан потерял ключ зажигания от кристалла, и без него мы не сможем отплыть. Поскольку ваш дед спроектировал кристалл, я думаю, что у него может быть дубликат. Даже не знаю, чем тут помочь. Кроме макета, внизу дедушка ничего не оставил с того времени, как работал над кристаллом. Не против, если я взгляну? А что, у корабля... Конечно, нет. Реально, ключ зажигания есть? Как у автомобиля? Может, он может... рассмотреть макет вблизи. Может, еще на сигналку ставят капитан, когда уходит? Такой, с корабля последним сошел. А потом в порту, когда чайк сиранет на корабль, там вот это... сигнализация-то... самая трешовая в нашей стране, которую в несколько тональностей. Сука. Ой, сколько раз на каком-нибудь ведре она под окнами орала всю ночь. Колотить. Так, это поможет мне рассмотреть как следует этот кристалл. Это же корабль. А, вот, теперь у меня есть что. У меня тут где-то есть мясорубка. Мне дали мясорубку. О. Подожди-ка, вот она. Мясорубку дали, чтобы разглядеть. Какой защитный механизм, ты посмотри. Да, действительно, теперь видно намного лучше. Обоссаться. Так, и что это такое? Циферки. А это значит, что здесь какая-то загадонька. Окей. А, кристалл. Баранурский Пахом. Вот так надо было назвать крейсер. Крейсер Пахом. Ракетный крейсер Пахом привезет врагам покушать. Так, спущенный на воду 2 марта 1976 года в присутствии мэра Вальсимбора Петра Булякина. Ну, Петр Булякин, сразу видно, что это как воображаемый персонаж, что в Сибири, а видите, имена какие-то фантастические. Петр Булякин.
Этот 60-метровый шедевр технической мысли займет на постоянной основе более 80 автоматических рабочих. Во время спуска на воду этого шедевра, его создатель Семен Штайнер заявил. Не знаю, я помню Скотта Штайнера, он в рестлинге был такой бодибилдер, как утверждал Фоменко, в бицепсы Скотта Штайнера были зашиты теннисные мячики. Подводя итог, я бы хотел заметить, что для преодоления неизбежных при выполнении такой сложной задачи трудностей всегда полезно обладать теми навыками, которые есть у нас, а на всякий случай нужно суметь все предусмотреть. Мы русские, мы сибирянцы, не обманываем друг друга. Эти мудрые, хотя и простые слова, через 30 лет останутся справедливы. Ну и так, отбрасываем всякую шелуху обоссанного текста, и мы получаем 60, 80 и 30. Окей. Все, да? Больше подсказок больше нету, да, никаких? Ты, блядь, можешь свой окуляр-то нахуй сместить куда-нибудь уже? Так. Так, 60, 80, 30. Цифры тут есть не везде, но есть деление. Управление пиздец. Реально, в ралли дёрт проще ездить. Так, 60, 80, 30. Тут какая-то схема советского телефона, мне кажется. Ну. И... Ну, дерни за веревочку, она же вон опустилась. Дерни за веревочку, корабль откроется. Отлично. Че отлично-то, дура? Так, походу... Походу это было не все. Или что? Что-то еще где-то? Отлично, отлично. Пиздата. Там какие-то цифры справа, но это ватерлиния, походу, там 15, что-то 16, 13. Так, ну давайте еще раз посмотрим на эту мемориальную табличку. Блять, как неудобно, сука, где моя мышка? Может, свет выключить? Ёб твое управление. Ой. Ну и чё? И ни хрена, да? Так. 2 метра 2 марта 76 года, 60 метровый, 80 автоматических рабочих, через 30 лет останутся справедливы. Может, это какой-то еврейский шифр? Ну тогда я не в курсе, пацаны, что за... Отлично. Отлично, блядь. Ёбни ты по нему молотком каким-нибудь сверху. Все равно макет чужой. Давай еще покрутим. Хер с ним. 80. Ага, она не до конца выдвинулась. Че там не хватает? Че я в первый раз-то набрал? Так. И че? 30, что ли? Че, второй раз то же самое надо было набрать? Хуй там. Так. Еще раз. 30. 60 метров. Не 60 метров. Но первое 30. Значит, 30, 80, 60, что ли? Бля, управление вот просто... Что на мышке, что на подмышке. Вот крутить вот эту хрень, ну просто, блядь, невыносимое, сука, говно. 80, 60. Ну... И чё? Еще что ли какая-то цифра должна быть? Пф, ёб твою мать. Ну и как тут набрать 2 марта 76 года? Или чё, чё-то надо складывать? Это какая-то на математику, что ли, загадка? Перемножить что-то где-то, что ли? Да, и что с чем складывать? Длину корабля с количеством автоматонов, что ли? Или что? Или что 30 лет будут слова эти актуальны? Так, 30, 80, 60.
Когда там этот капитан-то плавал 20 лет назад? 20 лет назад спущен на воду корабль, что ли? Он что-то вроде говорил, один раз плавал и все, или что? Блять, ну давай 20. Хуй. Так, значит, я что-то пропустил. Так. Нормально, логика закончилась. Давайте, блять, перейдем на логику ебанутых. Надо попробуем эти числа, не знаю, поскладывать, перемножить. Блять, как я люблю эти математические загадки. Это же, бля, моя любимая хуйня. Вот больше люблю только ребусы. Как-то раз не знаю, по какому принципу происходил отбор, но в каком-то из начальных классов отправили меня на эту олимпиаду школьную, блядь. Вот у меня сейчас дикий, короче, флешбэк туда, в прошлое, как я сидел просто над этими загадоньками, загадочки за 300, блядь, у меня так пердак горит, ой, блядь. Так, ладно. Видимо, ответ где-то в другом месте, но точно не здесь. А это что за хуйня? А это что такое? А раньше ты что на это... Значит, Штайнер успел доделать протез. Отлично. А что, раньше вот этой динамо-машины тут не было? Что это такое? Что это за куча говна? Заготовка для ключа? Ну, я так понимаю, что... В корабле, наверное, чертеж, блядь, спрятан, а здесь ключ надо делать, походу. Пьесы. Что это такое? Ну, понятно. О, ничего так. Так, а в этой тогда что? Давай. Это не сработает. А вдруг, блядь? И вот это покрутить, наверное. Мясорубочку. Все механизмы на мясорубках. Вообще, я хер знает. Тут Никола Тесла бы, блядь, не понял, что это за прибор, не то что я. Так, что еще? Вот, ну что, вот что может быть? Вот, блядь, ну я просто не знаю. Наугад тыкать, блядь, эти цифры. Ну, не с таким управлением, ребята, не с таким. Нет, это, блядь, было бы слишком жестоко. Я не знаю, 2 марта, это какой там месяц? Я говорю, 3 месяц, блядь. 40 год тоже нечетный, нихера. Может, 2 марта плюс месяц? Видимо, ключ зажигания в макете — единственный дубликат. Ты какая умная, ты только что не знала, где он вообще, бля, манда. Модель птичника при больнице? Модель птичника при больнице. Курлы, курлы, курлы. Может, блядь, у Семёна Штайнера там день рождения какой-то? Может, вам пригодится дедушкин дубликатор? Он прямо за макетом. Ты говоришь, блядь. Дай ей что-нибудь по башке нахер, чтобы умная такая не была. Я просто не знаю, у меня, блядь, сейчас, не знаю, всполыхнет просто жопа. Я, бля, даже, сука, не представляю. Вот даже, сука, я не представляю, что за хуйня. Какая тут цифра, блядь. По какой нахуй логике она, блядь, вычисляется? Так, слово кристалл. Кристалл это, блядь, какой элемент таблицы Менделеева? Надо прикинуть, блядь, давайте, не знаю. 38, 60, удивительно, как я это собрал. 60, блядь, ух. Так, 30 плюс 30 будет сколько? 60, плюс еще 60 будет 90. 90 минус 80, 10 равно... Наверное, 10. А что, если я вот 70, блядь, хочу? Может, я не знаю. Нет, не 7. Слушай, вариантов-то все меньше. Я, блядь, зуга. Мне уже не столько интересно, какой тут пароль, как интересно, какая нахуй логика, блядь, у этой загадки. Она вообще тут есть? Я думаю, что поскольку Семён Штайнер еврей, для него памятный год, наверное, 39-й, блядь, может, нахуй. 30, 80, 60, 39 надо набрать каким-то образом. Так тут нет такой цифры, к сожалению. Где, блядь, нихуя. Сколько там лет со дня победы? Такая цифра тут есть? Не 90, блядь, и не 75, и не 60. Может, 50 тогда? Хуй знает, почему 50.
Может, 10. Не спрашивайте меня, почему, блядь. Вот вообще не спрашивайте. Вы лучше в комментах вот напишите свой вариант. А, мне сказали, что загадка с чайничком решается так, что в рецепте было написано, что пить надо в полдник. Поэтому часы срабатывали в полдник. Проблема в том, что последний раз слово полдник я, блядь, в детском саде слышал. Я даже, блядь, не ебу какое-то время. Полдник. Блять. Нет, ну вы серьезно, нахуй, вы понимаете, что все, блядь, уже варианты-то как бы кончаются уже, все. Тридцать восемь, 60. Блять, 80, может, еще раз? Может. Сколько до земли раз должна опуститься эта хуерыженька? 38, 60, 80, может. А может, 70? Нет. Блять, это охуенная загадка. Я, блять, просто. Я не знаю, может, надо. Блять, я понял, надо свет, наверное, выключить. И тогда каким-нибудь образом мы увидим новые, блядь, буквы на этой хуйне. 60, 80, 30. Нет, ничего нового не появилось. Хотя мой последний вариант был, что здесь написано что-то фосфором. Что вот ты включил свет, фосфор зарядился, ты свет выключил, и будет фосфорная надпись какая-то. Вот прям вот с нихуя, просто с нихуя появится фосфорная надпись. Нет, впервые за всю эту потрясающую игру с этим, блядь, потрясающим мозговым штурмом, который круче, чем программа, блядь, что, где, когда. Я уверен, что вот эту загадку можно отправить, блядь, Борису Бурде, кто там у них сейчас чемпион в СРМА, ну кому угодно, они нихуя никогда не разгадают, и я полез в интернет, и просто, знаете, мне казалось, что я готов был поверить, что ответ где-то на поверхности, что он где-то, я не знаю, может, он спрятан, что где-то клочок бумаги, что где-то, я не знаю, блядь, что, может, я что-то не понимаю в этих датах, что по какому-нибудь индийскому... Нет, что Семен Штайнер еврей, по еврейскому календарю надо было высчитать дату, блядь, я не знаю. Что угодно, блядь, что угодно, нахуй, но нет. Суть этой ебланской загадки, если вы еще не знаете, вы еще, блядь, не проходили эту хуйню, вы просто приготовьтесь охуеть сейчас. Суть этой загадки в самом механизме, блядь. Как вот, как это уебище работает. Это просто, блядь, я вот не понимаю. Ну с какого хуя я должен знать. Вот, блядь, я застал те времена, когда пользовались дисковыми телефонами, нахуй, таксофонами, блядь, таксоматами, всем этим говном, блядь. Может это какой-то с банковским шифром, блядь, с крутилкой надо отождествить механизм. Но в конце, блядь, это уебище нужно повернуть максимально, блядь, направо, там, где должна быть цифра 100. И какого-то хуя вот это работает. Единственное логическое объяснение, которое я вижу в этой загадке, заключается в том, что подсказка заключалась не в дате спуска корабля на воду, а именно в самом факте того, что он был спущен на воду. Единственная отметка на этом барабане ниже ватерлинии, это как раз соточка. Но согласитесь, что когда три четверти загадки решаются цифрами, а одна четверть буквами, это, во-первых, странно, во-вторых, довольно жестко, и загадка довольно сложная. Ну, или всегда есть вариант, что где-то накосячили переводчики. Однако, вышло обновление совсем недавно, вот на днях, и теперь загадка выглядит вот так. Читайте внимательно. Да-да, все правильно. После того, как я долетел на своем пердаке до Сатурна, они ее упростили. О, блядь. Какой ты мудак, бля. По-моему, он маловат для креста. Какой же ты мудак, блядь. Пахом не такой мудак, как ты, блядь. Все просто ебать. Можно уже на корабль не идти, я на пердаке сейчас долечу нахуй. Да, куда надо, блядь, везде слетаю. Сука.
Что, вы думаете, здесь, может, по цифрам что-то надо было определить? Нихуя, нет. И в интернете, вот там, где я нашел, блядь, ответ на загадку, там тоже не объясняется, почему 100. Там просто констатируется факт, что в конце надо максимально направо повернуть эту хуень. Я думаю, что, в принципе, никто не понял. Блядь, если даже из тех, кто разгадал это говно, они сделали это как-то случайно, и никто не понял вообще, блядь, как это связано, блядь, как это работает. С чего вдруг это надо делать? Что теперь? Давай еще одну загадку про цифры, давай. Че, крути эту хуйню. А, маловат. Надо увеличить на 250, смотрите. Сейчас. Аля, оп. Нихуя. Увеличить ключ, я так понимаю, задача. А, вон там кнопка еще есть. А ну-ка. Там не кнопка, а, блядь, сука, не знаю, сосок котенка какой-то, блядь, что здесь за клитор там торчит. О, 250%. Дубликат готов. Но, по-моему, он не того размера. Ну ты-то в размерах, наверное, понимаешь, ты же женщина, ёпта. Я вот не знаю, как с хуёв ли я должен понять, какой размер нужен. А где ключ-то? Подожди, эй. Я, по-моему, она его в руки взяла, уже проебала. Понятно, бля. Надо, наверное, другой взять, да? Я надеюсь. Не того размера. А написано модель 1 к скольки там на этой модельке? Я вот не видел, чтобы там было такое уточнение. Наверное, надо в два раза, может, один к... Блядь. Вообще, 1 к 36, наверное, там, ну, как обычные модельки танков. Так. Обязательно закрываем. Это техника безопасности, бля, мать вашу. Так, сука, крутим мясорубку. Давай, не знаю, на 150 остановимся. О. Включаем этот механизм божественной охуенности. Дергаем за клитор. Он включается. Тут все как с моей бывшей. Заводим эту сучку. Открываем этот кусок дерьма. Блять. Достаем вот этот другой кусок дерьма. Дубликат готов. Да. Но, выслушаем мнение эксперта по размерам, блять. Ты себе, блядь, не член выбираешь, ты ключ для корабля. Какого нахуй он размера должен быть, ёб твою мать. Пиздец, блядь. Ладно, давай еще. Поебемся с этой охуительной загадкой. Я что, тут, бля, море подсказок просто, я не знаю. Я, понимаете, чтобы вы поняли масштаб охуения, я игру Room прошел без подсказок. Я этот сейф без подсказок, без единой, блядь, разминировал. Достал эту бумажку, посмотрел эти заставки. Нихуя я не понял, про что это было, но я это прошел. Но здесь понять, как работает хоть какое-то говно, это просто, блядь. Давай 200 попробуем. Но она сказала, что ключ был маленький, блядь. Если он маленький, значит, я должен большой, наверное, сделать. Ну, это по логике, блядь. Хотя, хуй знает, у нее женская логика, ёпта, у меня мужская. Мы, в принципе, друг друга понимать не можем нормально. Учитывая, что бабу из ребра сделали, ёпта, откуда там мозги-то? О, 200%. Зашибись, всего-то с третьего раза. Я считаю, это успех. Я считаю, что, блядь... Вот эти 30 минут, что я ебался с этим корабликом, ну я, естественно, лишнее это повырежу, потому что, ну нахуй, это пиздец полный. Но я тут реально полчаса с этим кораблем ебся. Пошел он, блядь, это лучшие полчаса в моей жизни, просто реально, я не... Это круче, чем с Мидиром в Dark Souls драться, понимаете? Круче, чем Баюма убивать, блядь. Я видел загадки, да, бывали, конечно, которые не решить, блядь. Например, яркий пример в игре Петька, блядь, Петька 4, по-моему. Я долго не вдуплял, как в военкомате пройти медосмотр, блядь, с этим ебаным Иваном Васильевичем. Оказывается, там надо было пружину на двери сломать, чтобы помидорка пролетала. Я не понимал, как заправить какую-то хуйню там. Когда уже под конец игры что-то там космический корабль, что ли, надо было заправлять. Тебе дают вискарь, короче, какой-то в баре. И вискарем нельзя было заправить космический корабль. И разгадка была такова, что нужно было обратно бармену дать вискарь, а он тебе дает спирт. И спиртом уже можно было заправить летающий корабль. Но это пиздец.
отдать квестовый предмет обратно тому, кто тебе его дал, это единственный случай в истории игр вообще, где до такой хуйни могли додуматься. Естественно, самостоятельно допереть до такой хуеты просто невозможно, потому что это алогично. Но это, блядь, загадка, это просто феерия, нахуй. Блядь, кто-то должен набить ебало разработчику за такие загадки, может, он в следующий раз будет как бы продумывать, не знаю, объяснять ход своих мыслей каким-то образом. Не знаю, может, в коллекционном издании диск с дополнительными материалами этой игры, где он объясняет, блядь, каким местом он думал, блядь, над этой загадкой. Вообще, надо у него, блядь, надо посмотреть интервью этого мухуесоса. Брали хоть раз, у него никто не спрашивал. Может, он душевно больной? Ну, сейчас мы узнаем за то, как заводится корабль. Пробуждение механизма. Возбуждение анонизмом, ёпта, надо было назвать это достижение. Поразительно, Кейт. Признаю, вы потрясающе находчивы. Что-нибудь нужно еще? Блять, только попробуй мне булькнуть. Чего вы тут торчите, бестолку? Все, нахуй пошел. Мне хватило хлопот с ключом, капитан. Так что давайте дальше без глупостей. Да. Ну, опять 25. Мы можем сменить тему? Пожалуйста. Вы правы. Все в порядке, капитан? Осталась одна проблема. Портовые замки закрыты, и на озеро не выйти. Таков был тогда приказ мэра. Надо найти способ их открыть. Что вы предлагаете? Лучше всего будет попросить у мэра Булякина разрешение их открыть. А у вас Булякин до сих пор мэр? Он скользкий, как угорь, так что не давайте ему спуск. Путин столько не правит, блядь. Мэр Булякин еще при Ельцине, походу, блядь, пост занял. Где-нибудь взрывчатку и забыл устройте бабах. Попробую уговорить мэра. Спасибо, капитан. Не, я выбираю бабах. Я причем предлагаю этот корабль заминировать и пустить его... разрушать фортификат. Блять, где мэр Булякин вообще живет? Где его искать-то хоть? Убить мэра, открыть замки. Блять, я по этому городу 2 часа кругами ходил, не видел никакой мэрии. Нет, может, он, конечно, ждет меня на причале? Охуев от моих подвигов. А Семёна Штайнера, надеюсь, оставят в той дурке, блядь, рядом с Курком. Вот он точно душевно больной, судя по тому, что он там хуйней какой-то занимается. То чайничек у него по расписанию уезжает, наливает. Очень классно, очень мудро он сделал, учитывая, что чашку-то туда подставлять надо все равно в ручном режиме. Поэтому, блядь, в чем сложность руками себе чай налить-то, ёпта мать. А не подставишь чашку, что, все на пол выльется, что ли? Охуительный механизм, блядь. Все, Леонардо да Винчи, бля. И это уебище здесь. Наверное, это тачка мэра. Я думаю, мы правильно идем. Должно быть, после катастрофы в Баранури они поставили на прикол все суда. На прикол, блядь. Тут на прикол всю игру поставили, ёпта. Да, вот уж не ждал я тут встретить, блин. Это секретный ракурс игры, я думаю, что она на обоях должна быть. Так, ну... Мэри это там, где митингуют, наверное, ёпта. Точно. Я тут в прошлой серии пошутил про то, что это митинг Навального, ты какой-то еблан. С чего ты решил, что я Навального ненавижу, блядь, и поэтому я мудак. Сука. Комменты хуесосу выключил. Пусть в следующий раз, блядь, думает, потом пишет. Так, где тут? Что-то вопли не слышно, наверное, перерыв. Или там уже, наверное, это, покрышки подожгли и коктейлями Молотова бросаются.
Че, наверх, нет? Сука, она что, по сотику там пиздит стоит у них? У них тут что, ловит? Или я уже удивлялся этому? А это что за американская горка слева? А мэр Булякин сейчас что-то захочет. А, подожди, ему же говорят, чтобы юколы убирались. Так я юколов увезу. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Блять, вы можете камеры не дрочить? Мы получим, что хотим. Да, долой юколов. Здорово, юколов. Живете в дыре, одеты как бомжи. Бедность, блять. Друзья мои, я прекрасно вас понимаю и... Хватит, нихуя слов. Себе. Мы требуем действий. Да послушайте, это не Булякин. Друзья, я буду рад... Мэр города Рамзан Ахматович Булякин. Торговцы возмущены. Долой юколов. Что-то там у бабки было написано. Господин мэр? Воистину, мэр. Что еще? Да, что еще? Открыть замки, просить за беспокойство. Замки открой. Можете приказать открыть портовые замки? Ищи, брат, замки. Ненадолго. Вы поспешили. Я не припомню, чтобы давал вам... Да, надо было в сауну сначала сходить, да? И у нас, знаете ли, не принято кричать на мэра. Особенно, когда речь идет о незапланированном использовании муниципальной инфраструктуры. И позвольте узнать, как такая идея вообще пришла в голову гостя нашего славного города? Вместе с юколами. Я сопровождаю племя юколов. Я мигрантов увезу, давай открывай. Я попросила капитана Обо перевести нас на Кристалле через озеро в Находск. Капитан Обо? Кристалл? Юколы? За раз уплывет. Конечно, старая посудина, которую надо утилизировать. Самый главный алкаш вашего города и иммигранты. Избавить наш славный город от этого бремени. Тем не менее, боюсь, что вынужден отказать вашей просьбе, сударыня. Замки будут закрыты до дальнейшего распоряжения. Это решение вышестоящих инстанций, вы понимаете? Ты что, ебнулся, что ли? Кто выше мэра у тебя стоит? Водоканал, блядь? Я очень... Я знаю, что все спят и видят, как юколы убираются во свояси. И для этого нужно лишь разрешить открыть замки. Ну так оставьте проволочки, господин мэр. Прислушайтесь к народу и выпустите кристалл. Вы кем себя возомнили? Я не собираюсь оспаривать приказы начальства только потому, что какая-то американка решила, что она тут закон. Как вы меня заебали, эти, блядь. Бюрократы, бля, я вот. Очень, знаете ли, занятой человек. Ты нихуя вы чревовещатель. Покажите им, кто в доме хозяин. Давай. Вы же мэр. И только вы можете решать, что правильно или неправильно для Вальсимбора. Так почему бы не подтвердить свое право на власть, разрешив открыть замки? Конечно, я мог бы. Но ситуация сложная, поймите. Если вы решите эту проблему, то станете героем для своих избирателей. Благодаря этому на вашу сторону встанет весь Вальсимбор. Хуёвый аргумент. И ваше начальство ничего с этим не сделает. Я думаю, всех остальных кандидатов постреляли. Должен признать, сударыня, ваши аргументы меня убедили. Бородатые. Я разрешаю вам открыть портовые замки и отплыть на Кристалле. Только имейте в виду, что по техническим причинам открывать их придется вручную. Но я не думаю, что это препятствие остановит столь целеустремленную и находчивую особу, как вы. То есть? Поскольку наш инженер в отъезде, боюсь, вам придется самостоятельно погрузиться в воды гавани и открыть замки. А это что такое? Тем не менее, это поможет вам использовать подводный механизм. Да? И как мне погрузиться? Какое чудо, что ты носишь инструкцию от подводного механизма с собой в кармане. Всего ох. Доброго и хорошего настроения. Хороший мэр, предусмотрительный. Звучит, а что тебе денег Всевышний не послал, что ли, затвор почините, а? Или что, опять бабло попиздили все? Что, придите капитану на борт Кристалла? Ну зачем, блять, ну давай, давай, больше, больше хождений взад-вперед, это ж так здорово. Опять пиздуем обратно.
И мы бегаем, мы бегаем. Давайте, давайте, пока я бегу, еще раз поговорим о том, насколько охуительные загадки в этой игре, а? Я, по-моему, я, кстати, другой дорогой бегу. Ну, где этот капитан Баян? Я, правда, не знаю. Не, это капитан Стакан. Я, правда, не знаю, нахер он нужен. Он что, блядь, на дно поможет мне погрузиться на своем корабле, что? Но? Ха, залупу гну. Мне придется нырять. Кому-то придется нырять. Вам придется нырять. Мэр разрешил нам открыть замки. Кого мы обманываем? Какая она алкаша надежда? Причем под водой. Да, я знаю, что вам пригодится. В сарае на краю дамбы должен лежать старый водолазный костюм. Ни разу не ныряла. Но с вашим благословением я попробую. Я должен вам кое-что рассказать о замках, Кейт. Только никому ни слова. Они не пускают в порт озерное чудовище. По крайней мере, так говорят. Но днем опасаться нечего. Днем это сатанинское отродье спит. Да, я помню, помню. Все, давай. Встретимся у сарая на краю дамбы. До свидули. Я здесь не за тем, чтобы слушать твой бред. Я здесь для того, чтобы разгадывать охуительные загаденьки. Давай, еще одну загадку с цифрами, пожалуйста, в студию. Сейчас я реабилитируюсь. Если там для того, чтобы открыть сраный корабль, по которому можно было молотком один раз пиздануть, он бы разлетелся. Я 40 минут... Ой, сколько же я буду замки-то сейчас открывать ржавые. Ой, ёб твою мать. Ой, ёб ты. Так, а как на дамбу-то пройти? Где там проход-то? Вот там, наверное. Кристалл. Я помню, водка кристалл была, может, есть. Наверное, этот корабль в честь водки назвали. Поэтому капитан алкаш. Тогда надо было назвать корабль Лединка. Льдинка — это легендарная водка в Питере была, не знаю, как у вас. Столько народу потравилось. Ёбаный растворитель. Ну чё ты, блин? Снизу топоромчик шире кажется, чем когда по нему ходишь. Ох, больше бега богу, бега бог, господи. Блять, это был сарказм, хватит нахуй. Бля, реально, давно у меня так пердак не рвало ни от одной игры. Сибирь, это, бля, вообще, вот, сука, шедевр. А, вон он. Куда ты пошла, лошадь? Ты не видишь, там твой друг стоит. Я открыл вам сарай. Охуеть, я без тебя бы не справилась, мой герой. Уж сарай-то... Я краном рулила, уголь грузила... Замочек открыла, ключ заточила, уж сарай бы открыла, ё. Вот это, что ли, костюм водолазный? Чё? А, оранжевый? Это не водолазный костюм, это это костюм, блядь, химуборщика, по-моему. А тут и банька, походу, у них, а? Ой, блядь, даже смотреть не хочу, подожди. Даже такие переходы в этой игре даются с загрузкой. Посмотрите, как она даже не смотрит на этот шлем. Она такая, ёб твою мать. Прежде чем переодеваться, надо собрать и подготовить все снаряжение. Ну а я что, не собрал, не подготовил? Оксиджен, ну это, наверное, кислород. Так. Отбой. Все, я понял. Это баллоны заправлять. А где взять их? Хм.
А, вон они. Пустые баллоны для аквакостюма. Сейчас мы по стопам Кусто пойдем. Где это хуерга? Где-то пропускает. Так баллоны не заполнить. Где-то пропускает. Так баллоны не заполнить. И шо мне, бля, изолентой заклеить, что ли? Пропускал, пропускалку, ёпта эту. Давай, забирай, следующую поставим. А, нихуя. Херня, сейчас давление побольше въебем. А, о, и так максималочка, ну-ка. Где-то пропускает. Так баллоны не заполнить. Блять. Нигде она пропускает. Но я сомневаюсь, что где-то за пределами комнаты ебанутый разработчик, но не настолько же, ёб твою мать. Не, серьезно, блядь, что? Что здесь-то, блядь, не так? Где-то пропускает. Так баллоны не заполнить. Кто у тебя, баллоны пропускают, что ли? Что? 180 бар давления, так баллоны я вижу. Не заполнить. Хотя при чем тут давление в баллонах и давление, которое надо выставить на этой хуироге? Или что, может я что-то сделать тут должен? Может эти покрутить? Так, а это если... Что это такое за функция, блядь? Вот. Абсолютно. Пришлось, правда, задействовать. Бля, понимаете, в чем проблема? В том, что мышка, она, блядь, при игре на геймпаде, она до конца не выключается, и ее приходится куда-то сдвигать, чтобы она, блядь, не мешалась. И она, сука, не дает экраном поворачивать. Это, блядь... Ну какой архи-мудак это придумал? Просто архи-лох. Откройте два замка. Ну все, начинается биошок, ёпта. Большая мамочка готова. Чё-то не видать пузырей, потонуло, наверное. В таких этих галошах чугунных. Вот это первый, а вон второй. Так, я даже посмотрел, записывает ли Бандикам курсор.
Вроде запись курсора выключена, и вы не увидите этого великолепия, когда у меня вот в этом кружке курсор от мышки, блять. Эта игра настолько охуительно проработана во всех аспектах, от управления до технических вот этих решений. Настолько кривоебана она сделана, что, блядь, я не знаю, это кандидат в уебищнейшие игры года с такой, бля, реализацией. Это круче, чем Mass Effect, нахуй. А чё, Шенбяо без веревки. Квадратный ключ. Ну, загадку с шестеренками я, в принципе, в Шерлоке Холмсе-то проходил. Ну, все же мы помним, да, что наша девочка накачалась на разгрузке угля. Теперь она, бля, многотонные шестеренки поднимает. Ну, сколько такая хуета весит? Килограмм 50, наверное, как нихер. Так. Большая шестеренка. Шестеренка. И ступенчатая шестеренка. Ну, здесь, наверное, надо обычную шестеренку, я думаю. Нет, она не дотянулась. Управление просто, ёпта, не пришей к манде рукав. О. А если не работает? Что, еще сюда что-то надо, что ли? Давай ножом подковырнем. Не, эти я правильно поставил, их даже не снять. Тут где-то еще валяется, видимо, одна. Может, не одна. Нет, что-то должно быть. Пока задвижки заклинены, замки не открыть. Спасибо, капитан очевидности. Я-то думал, что мы тут делаем. Что-то далековато, приходится бежать за шестеренки-то. Блять, так кто ж такой механизм-то придумал? Новатор! Ну, новатор! Может, мы как-нибудь бочком выплывем через одну створку? Что это за утлая суденышка там потонула? Что-нибудь тут можно? Оторвать. Как это работает? Цепь. Блять, мне нужна цепь. А здесь еще нельзя снять никак. Ах ты, ёб твою мать, понятно. Теперь я понял суть замеса. Это уже нехеровое достижение. Ты, блять. Подождите. Мне только что показывало, что она не может открыть, потому что у меня там вот эта херня торчит. А теперь она закрылась почему-то. Интересно. Какие охуенные скрипты. Цепь. Где ж тут цепура-то? Может, там где-то лежала? Я просто принял ее за мусор. Может, надо туда выйти? Заодно с чудовищем подеремся. Да, тут можно походить.
Это не послание. Кишечная палочка. Может, цепью придавила этот корабль, точно. Что же могло оставить такие следы? Морское чудовище. Кракен. Это кракен. Но хорошо, что этот катер перевозил цепи. Я не знаю, откуда тут взялась. Наверное, это блатная цепура капитана, которая ему уже не понадобится. Божественная траектория бега. Что-то тут из фауны одни мальки, остальных всех синеболы, видать, на закуску переловили. Так. Вставляем. Какое счастье, что все это говно не заржавело и прекрасно крутится и работает по прошествии стольких лет. Вот чудо-то. Тут должен был все сталактитами нахер зарасти. Дергаем. Блять, дергаем. Двадцать тысяч лье под озерами. Под озером. Ну серьезно. Самый прикол, что это вот этот последний рычаг. Я думал, что надо нас зажать и потянуть вниз, как предыдущий, но нет, просто кликнуть. У них, блядь, один единственный корабль, и они для вот этого флота построили вот эти затворки, да, походу, или что ли? У них какая-то другая функция есть, я просто что-то не понял. Может, как-то они защищают от отлива, но от прилива-то вряд ли, потому что они там не намного возвышаются над уровнем воды. Молодчина, Кейт! Да какой нахуй прилив? Озеро, блин, ссаное. Если все готово, тогда я пойду за юколами. А я пока все проверю. Чтобы как только вы с кочевниками вернетесь, мы сразу... Я тебе нашел еще 800 заданий починить мою посудину. Супер. Где я еще найду такую дуру, которая за бесплатно всю эту хуйню будет делать? Ой, блеск. Ну, с таким шлагбаумом, блядь, юколы могут спать спокойно. Скажите, Аявасаки, шо, блядь? Кому сказать? Аявасаки, что все готово. Бля, в жопу. Я не хочу сейчас опять пешком пиздовать через всю эту херню, чтобы сказать Аявасаки, что все готово. Поэтому в следующей серии мы уже поплывем навстречу, блядь, с Левиафаном, с местным. Все, мой пердак уже взлетел на Луну и вернулся обратно. Хватит с меня этих загадок охуительных. Не забудьте написать свой вариант ответа на этот. На эту гениальную загадку с дубликатом в комментах. Ну и вообще что-нибудь там нажмите, что-нибудь напишите. Все такое.